Здравствуйте, я оператор сотовой связи. Сообщаю вам, что у вас заканчивается срок обслуживания вашего номера телефона. Мы регистрируем заявку на продление работы сим-карты. Вам должен прийти смс-код. Продиктуйте его. Это мошенники. Ни в коем случае не сообщайте коды из СМС, номер вашего паспорта и другие персональные данные. Все сим-карты работают бессрочно. Для смены тарифа настоящему мобильному оператору не нужны дополнительные данные от вас. Если вы потеряли или сломали сим-карту, обратитесь в салон связи. Будьте бдительны.